Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія». І я, Катерина Лисюк. Літо – це період відпусток та відпочинку на природі. А також це період для гаряча пора для аграріїв. Але, як не прикро, і те, і інше буває вкрай небезпечним. Тож сьогодні у нас в гостях заступник начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям, начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Андрій Сергійович Криворучко. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Тож, розкажіть, будь ласка, яка взагалі наразі ситуація у нашій області? Ну, прежде всего, хотелось бы начать с того, что ситуация в нашей области в связи с летним пожароопасным периодом достаточно серьезная, что касается огневых случаев, пожаров. И вместе с тем, немного статистики для того, чтобы понимать ситуацию по Украине в целом. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине с начала года зарегистрировано 68 чрезвычайных ситуаций. 21 из них техногенного характера, 46 природного и 1 социального характера. Следует отметить, что данная цифра на 17% выше, чем аналогичный показатель прошлого года. Вследствие ситуации погибло 74 человека, 32% снижения по сравнению с 2016 годом, и пострадало 312 человек. С начала года в нашей Николаевской области зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций природного характера, что по сравнению с 2016 годом составляет рост на 67%, в которых пострадало 11 человек. Убытки от чрезвычайных ситуаций составили 53 миллиона гривен. В области зарегистрировано 131 чрезвычайное происшествие, это на 17% меньше показателей прошлого года. Вследствие происшествий погибло 35 человек, пострадало 81. Обстановка с пожарами. По оперативным данным в Украине с начала этого года произошло 42 тысячи пожаров. Это на 54% выше показателей 2016 года. На пожарах погибло 924 человека, рост составил 8%, и пострадало 755 человек, рост на 25%. Касаемо Николаевской области, хочу отметить, что с начала года у нас произошло уже более 1200 пожаров. По сравнению с прошлым годом, это рост на 40%. На пожарах погибло 40 человек, статистика неутешительная, и рост составил по данной позиции 82%. Достаточно угрожающая статистика. Огнем уничтожены материальные ценности на сумму 21 миллион гривен. Это по сравнению с прошлым годом рост тоже на 22%. Как видно из статистических данных, практически по всем показателям в этом году у нас идет значительный рост. Этому способствует, естественно, жаркая погода, которая установилась на протяжении прошедших 2-3 недель в нашей области. Если приводить более конкретные цифры, то касаемо последнего нашего периода пожароопасного, пятого класса пожарной опасности, установившегося в нашей области, то в день у нас происходит 30-40 огневых случаев, и вот в субботу, которая была, произошло 90 огневых случаев, что достаточно внушительно звучит в масштабах Украины и Николаевской области в целом. Взагалі, вогневі випадки ці, це де саме було і що це саме? Це побутові пожежі, чи це десь природні ресурси горіли? Ну, хотелось бы отметить, наибольшее количество пожаров, особенно в летнее время, происходит у нас в так называемых экосистемах. Это открытые территории, это наши лесопосадки, это наши леса. Здесь львиная доля пожаров в летнее время происходит именно здесь. Но вместе с тем, также у нас горят и жилье горит, и хозпостройки, и происходят пожары, соответственно, на объектах разных форм собственности. Минулої суботи ви кажете, що було 90 випадків загоряння та пожеж. Взагалі, де найбільше такий був, найбільше пожежа? В якому районі? Чи що це було взагалі? Ну, характерним таким достатньо великим пожаром, який можна було бачити і з міста Ніколаєва непосередньо, це виїзд із міста в сторону Нового Буга, Казанки по правій стороні. Достатньо великі площадя, пустирь, который горел достаточно серьезно. Сложность тушения была в том, что практически этот пустырь является большой цельной территорией без разбитых дорог, поэтому затруднен проезд пожарной техники. В связи с тем, что там отсутствуют источники водоснабжения, для тушения пожара вода, машины пожарные ездили на заправку водой непосредственно в город,
Также ситуация осложнялась тем, что непосредственно на пустыре, практически возле трассы, находится автозаправочная станция, которая в любое время могла бы, скажем так, если бы огонь дошел до нее, были бы нехорошие последствия. И усилия наших подразделений были направлены непосредственно на предотвращение этой ситуации, ну, соответственно, на локализацию пожара и на той площади, которую он принимал на момент прибытия. Вместе с тем, ветер достаточно сильный, сухая засушливая погода, отсутствие проездов заметно усложнили нашу задачу, но вместе с тем мы с ней справились. Но это такой характерный большой пожар, о котором хотелось бы сказать. Взагалі, скільки рятувальників брало участь, скільки техніки, якщо ви знаєте конкретну цифру, скільки взагалі людей і техніки брало участь у цьому Значит, порядка гасінні? 7 единиц техники, как пожарной, так и приспособленной техники, то есть водовозки, которые брали участие непосредственно в тушении, и достаточно большое количество личного состава подразделений Ингульского района, Центрального района, Витовского района. То есть количество личного состава тоже было привлечено большое. На месте работал наш штаб пожаротушения. То есть пожар был достаточно серьезный, и, соответственно, количество людей и техники привлекалось достаточно большое. Это не единичный случай. Такие случаи у нас возникают ежегодно, как не в этом месте, так и в каком-либо другом. Все прекрасно помнят прошлый год, позапрошлый год. Это Коблевские пожары в Плавнях. Это открытые территории. Недавно мы все были свидетелями. Это камыши, которые выжигают у нас большими площадями. То есть такие масштабные большие пожары достаточно, ну, часто происходят в нашей области. А взагалі, це більше як підпали чи природний якийсь процес, що вони загоряються? Но в любой пожар, практически 90% пожаров, которые происходят в экосистемах, это пожары, которые все-таки происходят не без человеческого фактора. Различные причины, которые могут быть здесь, это и не, в основном это неосторожность, несоблюдение правил пожарной безопасности. То есть это и курение, и разведение открытого огня, сжигание мусора. Вот такие простые, скажем так, тривиальные причины, которые могут возникать, скажем так, и приводят к таким серьезным большим последствиям. Я пропоную вам і нашим глядачам передивитися на великий відеоматеріал, як безпека в екосистемі, як поводитися у природі людям, щоб не допустити загоряння чи великої пожежі. Правила пожежної безпеки в екосистемах. Під час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадибних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки. Перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі 1 метра. Не залишайте непогашеного вогнища. Залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара. Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативно-рятувальну службу за номером 101. Ну що ж, продовжимо нашу розмову. І так, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, взагалі, що з нашими лісами в Миколаївській області, яка ситуація там? Тобто зі степовими територіями вже більш-менш зрозуміло, а що у лісах? Як люди себе поводяться і взагалі, чи часто там виникають пожежі? Да, значит, достаточно большое количество пожаров происходит непосредственно в лесах у нас. Ну и если брать статистику этого года, которая, в принципе, именно по лесам достаточно угрожающая. Ну, вдумайтесь только в цифру, что с начала этого года произошло 40 пожаров в лесах. Площадь, которая была охвачена огнем, это более 20 гектар. Количество пожаров в лесах в этом году в 6 раз превышает показатели прошлого года. 600% рост. Пожары подобного характера, их последствия влекут за собой значительные материальные убытки и экологический вред. Уже в текущем году убытки от лесных пожаров составили более 7 миллионов гривен. Больше всего лесных пожаров у нас произошло на территории Николаевского лесхоза, Очаковского лесхоза и Вознесенского. 21 пожар – это Николаевский лесхоз, Очаковский – 8 и Вознесенский – 5. Основные причины пожара в лесах – это все-таки человеческий фактор. Это неосторожное обращение с огнем.
С целью недопущения этих пожаров в 2017 году проведена огромная работа как нашим управлением, так и органами власти и лесхозом в том числе. Значит, помимо рассмотрения данного вопроса с принятием конкретных решений на комиссиях техногенно-экологической безопасности, принятие распоряжений главы облгосадминистрации и его заместителей по проведению комплекса профилактических мероприятий, ограничение доступа населения в лесные массивы, въезда на их территорию, транспорта в период 5 класса пожарной опасности, проводятся еще постоянные рейдовые проверки совместно с органами власти, с органами нацполиции. Проверяем, как ведут себя отдыхающие в лесу, как они разводят костры, тушат они их за собой. В принципе, разъясняем, раздаем листовки, призываем их к соблюдению правил пожарной безопасности. Вместе с тем, результат — это 40 пожаров. Несмотря на проведение этой работы, большое количество рейдовых проверок, значительный рост наблюдается. Существуют определенные проблемы и по линии лесхоза. Для информации, у нас на территории Николаевской области находится 9 лесных пожарных станций, 16 пожарных автомобилей, 64 единицы приспособленной техники, 12 мотопомп. Но в лесхозе есть большая проблема, это на данный момент недостаточное количество сотрудников, личного состава. В связи с этим, соответственно, реагирование на лесные пожары затруднено, и в основном, естественно, реакция идет со стороны органов государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В принципе, в прошлом году у нас возникало достаточно большое количество пожаров тоже в лесных массивах, меньше, чем в этом году. Мы сделали определенные выводы, поэтому в этом году на данный момент на последней комиссии техногенно-экологической безопасности было принято решение провести обновление минерализованных смуг, так называемых, которые у нас находятся в лесах. Я думаю, что для предотвращения распространения пожаров это будет достаточно большой и серьезный шаг со стороны лесхозов. А більш докладніше, що це за смуги і взагалі як вони працюють, щоб не допустити пожежі? Принципіальна схема. Ми розуміємо, що практично всі лісонасадження в Ніколаївській області насадні, тому висаджувалися вони, скажімо так, определеними квадратами. Всі наші лісні насадження розбиті на квадрати, і мінералізовані смуги – це протипожежні, скажімо так, розділи, які предотвращают распространение огня непосредственно по хвойной подстилке. Ширина их должна быть не менее 8 метров, местами 12 метров, для того, чтобы огонь не перекидывался в случае возникновения из одного квадрата в другой. Я зрозуміла. Ще таке питання. Вже із ситуацією з екосистемою в Миколаївській області більш-менш зрозуміло. А як взагалі справи з відпочинком на морі біля водних об'єктів? Бо зараз літо, дуже жарко, і люди всі йдуть до води. Як взагалі там ситуація? Да, с наступлением теплой погоды не только николаевские отдыхающие, но и отдыхающие из других регионов Украины, соответственно, приехали на отдых в нашу область. У нас есть достаточно протяженное морское побережье, это и Очаковский район, и Березанский район, так называемая Коблево-Рыбаковская зона отдыха. Поэтому вопрос проведения предупредительных мероприятий на воде достаточно актуален. Приведу немного статистики по водным объектам. В области у нас насчитывается 123 крупных, средних и малых рек общей протяженностью в пределах области более 3600 километров. 45 водохранилищ общегосударственного и регионального значения и 1104 пруда. Реки, водохранилища и пруды используются для нужд энергетики, питьевого водоснабжения, орошения, рыборазведения, пищевой промышленности, бытовых нужд. Согласно статистике, в текущем году в Николаевской области на водных объектах зафиксировано 25 чрезвычайных происшествий, на которых погибло 20 человек. Спасено 9 человек. За аналогичный период 2016 года была зафиксирована гибель 18 человек. То есть мы видим, что тенденция негативных показателей сохраняется в этом году и в этом направлении. На протяжении летнего периода 2016 года на водных объектах зафиксирована гибель 38 человек. Значит, в этом году у нас только июнь, и начало года дало уже 20 человек. Поэтому 2 месяца впереди, если мы не активизируем нашу работу, если наши граждане не начнут вести себя более сознательно возле водоемов, я боюсь, что данная статистика может все-таки повыситься. Причины. Если коротко рассказать о причинах, по которым у нас гибнут люди на воде, то хотелось бы отметить,
скажем так, что на корабельных, в корабельных авариях погибает меньше людей, чем погибает людей во время купания. Причинами гибели, на людей, гибели людей на воде являются это купание в необорудованных, непроверенных местах, также в тех местах, которые запрещены для купания. Основная причина – это купание в нетрезвом состоянии, ну а также нарушение правил поведения на воде, нарушение правил поведения на воде при использовании плавсредств. Это те основные причины, которые присущи непосредственно нашей области. Если говорить о детской гибели, которую, к сожалению, избежать мы тоже не можем, и ежегодно у нас гибнут дети, как в Николаевской области, так и в стране в целом, то если проанализировать данные направления и причины, то основной из них, основополагающий, является то, что дети остаются непосредственно на воде около нее, возле водоемов, без присмотра взрослых. Хочу еще раз напомнить, что безопасность детей на воде обеспечивается именно сопровождением взрослых. Мы несем ответственность за наших детей. Значит, детей необходимо не допускать до купания в неустановленных местах. Детям запрещается плавать на неприспособленных для этого средства. Обращаю внимание родителей, что в местах глубиной свыше 1,5 метров купание детей моложе 12 лет запрещено. После 12 лет дети, и то только в том случае, если они, в принципе, умеют достаточно хорошо плавать. Вторая причина гибели людей на воде, если можно остановлюсь, это несоблюдение температурного режима. Незнание, а часто игнорирование правил поведения у воды и на воде. Спасение и предоставление первой медицинской помощи – это достаточно серьезная подготовка, которую должен пройти практически каждый. Хотелось бы сказать об основных вопросах предупреждения гибели людей на воде в нашей области и коротко напомнить элементарные правила безопасности на воде. Значит, первым – это не допускать купания в нетрезвом состоянии. Купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов тепла. Если не умеете плавать, обязательно помните, не заходите в воду глубже пояса. Плавать можно не более 20 минут и постепенно увеличивать это время, начиная с 3-5 минут. Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, остановки дыхания, потеря сознания. После длительного пребывания на солнце необходимо отойти в тень, охладиться и только после этого входить в воду, поскольку при резком охлаждении может наступить рефлекторное сокращение мышц и остановка дыхания. Если вблизи оборудованного пляжа нет, необходимо выбирать безопасное место для купания с твердым, желательно песчаным, незасоренным дном, с постепенным склоном. Помните, никогда не прыгайте в местах, не оборудованных специально. Можно удариться головой о камень или любой другой предмет. Не заплывайте далеко, поскольку можно не рассчитать свои силы. Почувствовав усталость, не теряйтесь, не стремитесь быстрее доплыть к берегу. Следует отдохнуть на воде, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног. Если подхватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по течению, постепенно под небольшим углом приближаясь к берегу. Если вы попали в водоворот, наберите как можно больше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите. В водоемах с большим количеством водорослей плывите у самой поверхности воды, не задевая растений. Не плавайте на надувных матрасах, автомобильных камерах, надувных игрушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от берега, а волна захлестнуть. Если в надувных плавсредствах выйдет воздух, они потеряют плавучесть. Детей до 16 лет катать на лодках и водных велосипедах необходимо только со взрослыми. Однозначно помню, что перегружать лодку и водный велосипед запрещено. Це основні принципи, основні правила. Взагалі, а щодо тих ситуацій, от, наприклад, як нещодавно цими вихідними було у Варварівці, місце у Варварівці біля мосту, ця територія називається зоною відпочинку біля води, не пляжем. Там немає жодних рятувальних засобів. І така трагедія сталася. Взагалі, як попередити от подібні трагедії у районі Варварівці, чи взагалі десь на території зони відпочинку біля води? Як це зробити? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что
На территории города Николаева у нас есть два пляжа. Это пляж Стрелка в Парке Победы и пляж Чайка в Корабельном районе, которые полностью прошли обследование дна, оборудованы необходимым количеством спасательных постов нужного уровня. И принципиально на них, если нет, соответственно, противопоказаний от каких-либо других служб, то купание, в принципе, разрешено. Безопасное купание, скажем так. В Варваровке и на Намыве у нас места, которые отведены как зоны відпочинку, зоны отдыха, необходимого количества спасательных постов на них нет. Поэтому в этих зонах отдыха купание все-таки нужно поберечься, быть осторожными. А в тех местах, которые, в том случае, о котором вы говорите, есть места, которые вообще не обследованы, которые не приспособлены для купания, которые являются, скажем так, исторически сложившимися. Такие места есть в каждом микрорайоне, где люди на протяжении многих лет по привычке ходят и купаются. Там купание, отдых на воде категорически запрещен. Люди, которые идут туда, полагаются только на себя, только на свои силы. И, скажем так, они должны знать о том, что в этих местах купание запрещено. Дякую за відповідь. Ще одне питання. Вже нова тема, скажімо так. Зараз розпочалися жнива, тобто зернозбиральна компанія. Взагалі, чи буває таке, що під час таких сільгоспробіт виникають пожежі, як з ними боротися? І взагалі, можливо, вже якась статистика є з цього приводу? Статистика, слава Богу, в этом году у нас есть только из анализа и опыта прошлых лет. В этом году пока что случаев возгорания хлеба на корню у нас не зафиксировано. Но вместе с тем, по опыту прошлых лет мы прекрасно знаем, что такие случаи есть, были. Ну, хотелось бы верить, что не будет, но статистика показывает, что будут все-таки. Поэтому данные пожары, это пожары очень серьезные, которые наносят вред как государству в целом, так и непосредственно тем фермерам, предпринимателям, которые занимаются выращиванием урожая зерновых. На данный момент пятый класс пожарной опасности в области установился, и наши хлебные массивы достигли той зрелости, когда идет уже уборка урожая. Южные регионы нашей области, Очаковский, Николаевский, Березанский район, уже приступили к уборке урожая. Постепенно будем подниматься на верх области. Что хочется сказать? Основные мероприятия, которые необходимо было бы предусмотреть при проведении уборочной кампании, это вдоль дорог, вдоль лесопосадок, везде необходимо было провести опашку и обкосы этих полей, для того, чтобы избежать переброса огня с сухой какой-либо травы, с мусора на непосредственно хлебные массивы. Хлебные массивы у нас разбиваются на определенные квадраты площадями. Но вместе с тем, не везде эта работа проводится. Есть одноосибники, фермера, которые не проводят эту работу. Крупные, скажем так, зернопроизводители наши, которые выращивают хлеб, практически соблюдают эти правила, потому что понимают, что убытки могут быть колоссальные, масштабные, можно больше потерять, чем сэкономить. Поэтому хотелось бы попросить, предупредить наших граждан, которые проезжают по нашим дорогам, ходят по тем тропам, которые проходят непосредственно вдоль наших хлебных массивов, люди, которые выезжают на отдых в лесопосадки, насаждения, быть бдительными, быть внимательными, не разводить костры, не курить вдоль данных полей. В случае, если где-то все-таки произошло такое возгорание, и мы видим, люди видят это в начальной стадии и могут своими силами, соответственно, пресечь данное возгорание, если есть возможность это делать. И, соответственно, нужно помнить, что телефон службы спасения 101, мы реагируем на все звонки, выезжаем на все, без исключения, происшествия, пожары, ситуации. И чем раньше будет сообщение о пожаре, тем в меньших площадях, с меньшими убытками мы сможем ликвидировать данную ситуацию. Я дуже дякую вам за такі розгорнуті відповіді. Взагалі, що б ви могли порадити всім жителям Миколаївської області, що робити під час яких-небудь там неприємностей чи надзвичайних ситуацій, як кажуть, що треба робити, які міри, можливо, є, що б ви порадили? Перво-наперво, я всім советую, всі у нас знають з дитячих садів, зі школ,
что телефон службы спасения – это 101. Это тот телефон, по которому, позвонив по которому, вы получите квалифицированную помощь как в телефонном режиме, так и с выездом на место. Подразделения наши реагируют достаточно быстро, согласно наших нормативов. Кроме всего остального, в летнее время советую всем соблюдать правила пожарной безопасности непосредственно на открытых территориях. Будьте бдительны с открытым огнем, не курите, не бросайте окурки, не разводите костры как в лесу, так и в лесопосадках на открытой территории. И если все-таки вы отдыхаете возле открытых водоемов, возле воды, выбирайте, пожалуйста, безопасные места для купания, для отдыха, которые оборудованы спасательными постами, которые... на которых есть, возможно, медработник. Берегите себя, будьте бдительны. Все, дякуємо, що ви були у нас в студії. Я з вами прощаюся. На все добре. До зустрічі в ефірі.